Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 марта, и наша тема называется «Быть глупым совсем не круто». Наш стих из книги Деяний, 17 глава, 30 стих, где проповедует апостол Павел. И в одном из переводов Библии его слова звучат так. «Бог не вменил нам в вину времена неведения нашего». Слово «неведение» — это греческое слово «агносис», которое означает быть невежественным или даже глупым. Слово «агносис» — это знание. Но если в начале него стоит приставка «а», то получается отсутствие знаний или же просто глупость. Однажды я летел в самолете и спросил у сидящего рядом мужчины о его вере. Он ответил: «Я агностик». Я сказал ему: «Я очень удивлен, что вы так смело заявляете, что являетесь агностиком». Он был очень образованным человеком. Он спросил, почему вас это удивляет. Я ответил: «Потому что слово «агностик» — это очень плохое слово». Он сказал: «А что с ним не так?» Я ответил: «Разве вы не знаете, что означает это слово? Оно происходит от греческого слова «агносис», что означает «глупый». И каждый раз, когда вы говорите, что являетесь агностиком, вы утверждаете, что вы глупы». Тогда он сказал: «Я больше никогда не буду так говорить». Видите, друзья, быть глупым совсем не круто. Ведь именно это говорит человек, заявляющий, что является агностиком. Подумайте об этом сегодня.